Стабафайтесь, да поехали молочить. Пока еще одного человека еще. Сейчас нормально. Вот, давай, вперед. О, забьют. Да, скажем, что потихонечку за... чистим. А, штыню поменял. Да. Наверное, распределишь пал. А что остается? Конечно. Ну сейчас доберешь последнего. Там может быть вдруг паладин залетит. Ну, если что, ему скажешь, что поменять. Хорошо. У нас хп этих танков нет упало, какая разница. Давай, Владюха, каски, хитровые кулаки. Кулаки МП5. Хотя нет, давай. Кулаки, а кельтянка МП5. Так, я каски раздаю, да? Владюха, каски, хитровые кулаки, кельтянка МП5. Окей, как раз у меня в ладони настроено. Кельтянка, звучит забавно. Мне нравится. Кто спрашивал, куда новый спек? Если у вас все шмотки собраны с этого инста на ваш основной спек, можете рулить другой спек. Чтобы уролить на другой спек, нужно написать чат по вов спеке. На какой, если ник не соответствует, кто вы и на какой спек ролите. ШП. То можно взять ШП. Он термоядерный. Другой, да. Не вкус. Поставьте шкаф. Осколки. Да, у меня тоже не собралось. По-моему, даже отнялось. Что, каски всем прилетели? Да, ты уж сам смотри. Ну, у меня по аддону показывают вроде как всем, но бывает, что он багается. Ну, кто-то напишет, если у него нет. Ну? Это уж точно заметил. Так, кто у нас? На ДД ролит. Полипал. Киртянка. И Войт ролит на ДД, да? Угу. Все понял. Рыбу уже кто-то поставил. Что-то ШП долго летит. Это кавер поставил. Так, что там? Стал как стекло. Нет, это ликан поставил. Тут вам дадут и кулак, и крест все дадут. Да. Полипал дает МП5 по всем. Владюха дает каски, и хитрова дает кулаки. Точно так же по всем. Он рыба пока стоит, кушайте. Даже магом запихайте, там петы бафнутся локовские. Мало ли у них мана закончится, пойдут пидорить ближний бой. Вон рыба сзади стоит. ШП, так, так. Ставлю череп, вот, вот возле черепа рыба. Кушайте, пока есть. Устарело. Все заходят, у него устарело. Mm-hmm. Неправильно, наверное, ввел там один символ и все. Может быть. У нас еще одного не хватает. Где этот пристав? Ну, нормально. Пойдет. Не пушка, но требованиям соответствует. Не дописал, и говорит, устарело. Еще... Ты. А у него вообще профы есть? Да, нету. Можешь спекнуть, если тебе не сложно. Крит у нас сова, да, стал. СПД никто не дает. Пусть пока заходит, Валера, что принесешь сейчас по танкам. Да, так. Да, да. Так, так, и вот так. Да, точно, в фласке же надо. А, в танке 54, а тебя уже все бафы кинули. А с чем ты ликан пил фласку на АП? Не было на ХП выпить. Mm.
Ну, в смысле, ты всем другим урон дашь. Может, у тебя он и снизится, даже если, но то ты в общей массе больше принесешь пользы. А ты ЛКшную выпил? На, держи. Где-то. Не вижу. Тебе это еще просто второго танковать. А че нахуй? Вар, слышишь меня, вар? Ну, протовар. Подожди, ты короля держишь. Кидаешь ему дизарм под себя сам. Чтоб тебя меньше пробивало. Ну и прожимаешься по КД. Блять, у Войда все равно больше хп. Войд тогда вставай на... Сначала кого будем бить, метку поставим. Друль, вставай на левых двоих. Так, по хилам. Холипал, тебе нужно кинуть на Void Frozen, на Луну частичку. Ну или на Друля, Ясендру частичку и хилить Void Frozen. Только их двоих, все, на след не отвлекаешься. Умирают, значит умирают. Нужно, чтобы не упали у нас титанки. Вот. Ну, Валера, подхиливай этого Вара, все остальные на рейде сидите. По прожимкам сначала залетишь ДК, нажмешь зеленку подкаст, нажмешь стылую, потом скажешь тебе холипал бабл сакру даст. Я просто не вижу твою прожимку, скажешь хорошо? Все отлично. Почему-то нас вышло 28 в рейде. Тут ну, трое Катя, лишних. Кто-то сидит. Катя, давай сейчас выкинем. Еще двое. Ой. А это зрители, надо деньги так, брать. Ладно. Рыбу все поели, пробафали все, фласочки пейте, сейчас проверю на фласке, дон запущу, и рудак мажьте, кто мажет. Там, блядь, ебучий банк. Валер, да, меня еще выкини, и Мейтнеря. Он ждет ИВК-25. И хожу во сне. Тебя. Он ждет ИВК-25, в отличие от... Мага, кто держит? Не, все перенесли уже, чувак. Ты держишь двоих правых. На тебе луна, mm-hmm. и ты стоишь в луне. Я прям двоих не вниз. Да, ты сильный. Только... Квадрат держит вар, и Мишка до двух дальних. Проша, воруйте у него щит, чтобы его еще поклевали нормально. Чтобы у него не было щита, когда мы убьем. Пердулин, ты выпил не настой, ты выпил обычную фласку. Если ты хочешь пить... Фласки, но тебе все равно не профитно. Пей настой. Условия настой. ЛКшный, БКшный. Ты, Валера, что не выпил? Я выпью, не переживай, мне стоит. А, я не ткнул, что ли? Не, просто нету. Ну так почему да, нету? Странно, я почему не отработал. Тебе на МП5 или на СПД? Ребят, ну, вот вы же, когда подписываетесь, вы читаете. Подписываемся с проходкой, чарками, фласками. Нету на косты. Фласка есть на МП5 и на СПД. Я рестер, шаман, у меня на хосту все нормально вообще-то. У тебя фласка. У тебя не фласка, у тебя эликсир. Да какая разница? Большая. Даст профита гораздо больше. Фласка, нежели СПД. Ну, точнее, нежели один да эликсир. Да похуй, но... пускай будет, чем блядь. Нет, ну тогда выпей второй, хорошо. Пусть будет два эликсира, чтобы... Не-не-не, не будет. Если я выпью на 100 ледяного змея, он перебьет. Нет, я говорю, тогда выпей охранный эликсир, который дает унту. Короче, шаман, не хочешь, не пей. Условия для всех одинаковые. Все пьют на 100 и роляешь на кто не выпил, не роляет. Все, я не хочу никого. Ну ладно, выпил. Все. Ну вообще, как бы... Я выпил. Остался Монки. Монки ролить не хочет. А, ему ничего не надо. Не страшно. Да. Еще, ну все, у всех все бафы есть. Даю отсчет и поехали. Еще раз бывает скажешь, когда ты прожим какой-нибудь. Поехали в череп. Геру. Держите, кто-то чем облегает. Друлевский. Друля, его никто не бьет. Может, спокойно забрать и увезти. Маги, не забывайте доспех порвать. Что там бывает по прожимкам? Вар, дизарм давай. Дизарм ему давай. Не надо отводить. Даешь дизарм, стоишь.
Хотя да. Прохиливаю. Я сразу сказал, скидывай дизарма. Давайте пружинку, кто зубы. Полипал, скинь баблсаку на Войда. Ну и все, мы добиваем там дальше уже. Нормально будет. Все, поехали, крошно. Да, что с... Кто-то дотал кроша стоял, чтобы больше урона нанести. Тут все равно 3 не падает, куда вы гонитесь. Важно убить первого быстрее. Ваш урон нанести. Ликан, встань так, чтобы тебя не откидывало. Все, тащи его на любого. Он метку тебе поставил, тащи его там. Никто не бежит, все ждем. Этот пидор не хочет идти, может ты заклеил? Ну ладно, подбегаем туда, раз не хочет. Раз он пидор. Осторожно, стойте так, чтобы вас короля не откидывало. И там тоже стенка. У меня бесит, он откидывает. Самый такой беспонтовый мод здесь. Ну, сейчас... Пал, перевесишь частичку на вара. Сейчас ДК, по идее, урона не получает. Ну, это да. Ну, здесь уже можно покрутить ее по ДПС. Оба, народ. Угу. Не говори. Стоял в ебенях и все равно отлетел. Я бы его даже первым за такую хуйню сливал. Ну, нормально, хилок мана больше 60%. Что, накручиваю, накручиваю, нихуя не накручивается. А если его под короля подводить, это хуёво, да? Конечно. Ну, сейчас вихрь кончился, по сути, уже можно. А нахуя, он сейчас фирять будет еще, будем еще. Ну, фирять только когда гера у него получается. Похуй. Там уже кливать начнут, значит, будет слепо глаза полтора часа бить. Просто не люблю на ходу новые тактики придумывать. Народ такой, чё, бля, я всё, я уже сейчас сломаюсь и всё. Это только для персонала, блядь. Экстраваганза, блядь. Роман, это тема трепета поставьте. Сейчас я перемещу нас быстренько. Раскидаю просто рандомные пати. Можно прям на ходу сейчас раскидывать? Да. Потом трепета поставить. Отойдите, отойдите от босса, миленький. Ебать, цепнуха 80 косарей залетает. Раньше было, что открываешь в бою рейд. Я знаю, да, сейчас спокойно. Дальше моменталку въебал цепнуха на 80 косарей вылетел, я охуел. Такой умирает, саргерает его, хуяк быстро в пати топ ДД скидываешь, он 7 баф дал. Это я не знаю, это... Ну аддон каким-нибудь ебать. Сложно, это скорее уже какой-то не аддон, а скрип. Бах, нах. Мырка выжил. Хуеть, блядь. Согласен. Хуяк, блять, в нужную пати шамана поставил, он тотем въебал на хил, на восстановление маны. Ну сейчас ману у хилов, все, заебись, а потом... Можно было бы в Эланир передавать, блять, я бы забрал у пацанов. Отойдите от босса, миленький. В чате было бы аренда в Эланира, там, 1000 голд. А потом мне отдал, блять. Умирай. Ты где там, нахуй? Прохиль. Походу улетел. Да он отлетел вообще в ебеня. С кем бывает? Он уже к грулю полетел.
Не обгоняется у бомжара. Слабый. Блять. Провалить им бошку копчужину. Ханты там, энхи. Генхов нет, только ханты у нас. На один хант. На офспеке там шаманы пороль. Никому не на трансморгификацию пороль. Сова, кто говорил, что не дамажит. ШП тоже говорил, что не дамажит. Да тут АОЕ, по-любому. Че, не надо никому на трансмог кольчуга? Давайтесь пока три танка. Держите агро. Ебать. Каждый своего держит. Каждый своего. Распределитесь. Не отпускайте. Чар вернулся, тут же таун. Корольте спину, винта, скорость. Дух. Уточняй, дух. Сейчас паладины полетят. А, нет. Ну, нормально, нормально. Да, я думаю, Катюха бы на халюпала сролила. Катя вообще халюпала в гостях. Да, нет, он, она бы ее не сролила на своего друля. Там же дух есть. Роль, да, на твоя друга. Не, на троле у меня нормальный плащик. Паладин, разбойник, шаман, пароль Тэшку. Ну да, ебать, ты каждый раз сраливаешь Тэшку и кому-нибудь даришь ее. Ну он мне один раз ее отдал, видишь, ему все добро возвращается. Причем мне я еще два раза отдал. Выиграл. Причем ты эти самые мне плечи их отдал. Тебя сейчас заплюют, скажут, целых, блядь, два раза, а не всего. 4-4 на холлю, но ретрика не надо, Петровай. А сколько ретрика надо? 2-29-24, больше дать. Дайте мне лучше одну. У меня одна есть. Агро, карты, твоего забирайте, пожалуйста, танки. Ну все, Ликан сейчас может спекаться обратно. Думаешь? Че, я вара как протовара брал. Ага, понял. Вот он такой, как бы, не прям жирный, ничего, как такой, прохилить. Да. Еще. Не сломайтесь. А держи его, я вообще ему въебу. В тучке не бьется, почему нет. Боб дали локу. Умирал я, а Боб дали локу, заебись. Ты будешь там оверхилиться. Мы сильные, мы косты не сбиваем, нам плохо. Сейчас сядем на косты. Нет, он на мине сидел, но... Ты... Я... Может быть, мы стол, как тебе Боб дали? Он на мине. Я свой столб прошел. Да. Вообще, нет преград для ДК. Абсолютно точно. Трепет тут поставьте шаману, сейчас потеряют. Мобы. Конечно, вара может развалить ногу хоть здесь. Недостаточно плотно. Че, ну на сколько? Пэс много, че? Бей, блядь, заебал. Хильки. Че, вам всегда легко должно быть? Хуя потеть. Нет, я про то, что развалить может. Развалить, значит, развалит. Значит, будем оставлять Ликана. Упал танк, виноват хил. Я подобного. Трупы не прохиливаются. Три минуты кто курит. Чай на ли часа распределю тут по группам. Пивасик. Так. Раз, два. А чё, а где хилы, Валя? Да я раскидал же шаманов. Это все хилы. Ой, бля, сейчас вспоминать, кто там. Да дело не в ДПСе, дело в том, что тебя не порвало. У нас милишники начнут отваливаться. Так. Ну и воет ты тоже там не сильно не шикуй. Я понимаю, что ты мощный, можешь набрать игру, дать чуть-чуть вару это. У нас всего один на пульчик, поэтому дадим время вару набрать игру, бить не будем секунд 5. Только охотник пусть бьет, набирает игру для вары. Вот. Я так. Что делать знаю, я с 4 танков, блядь, все проиграл. А понятно, просто вара пожалей. Шо, блядь, я смотрю, я вот это смотрю. У нас перерыв же, да, 3 минуты? Да, можете покурить, пока я перекидываю сейчас. Тут уже от ДДшников будет зависеть, не от меня. Шкаф, давай, пожалуйста. Давай заебеним перерыв. Пойдет? Нахуя, я уже все раскидал. Люди отошли, ебать. Один хуй ты сказал. 3 минуты, блядь, уже прошло 2 из 3, блядь, а таймер... Не пизди.
смысле, я тебе заскринить мой таймер? У тебя таймер прям твой есть? Да, да, который запускается в часах. Ты прям, по сути, когда сказал, запустил таймер? А, блядь, ты взял, нахуй, сейчас заново запустил. Нахуя? Красавчик. Нормально. Так все равно не успеет за 2 минуты покурить. Первая пати РДД в черепе, мелики туда бегают. Вторая пати крест. Третья пати трусы. Четвертая пати ромб. Пятая пати печенька. Все. Осторожно, бегаем все в свои метки. Никто ничего не тупит. Поставьте шкаф. Что, есть у кого? Так, а давай мы тогда теоретизируем, что воин может упасть. Ну, мы это так, абстракция. Нам нужно тогда Ликана давай на втором месте, ну, точнее, на третьем месте среди мест. Дома же ДК был. Блядь, кто его будет специально, блядь, держать? Ну, Валера, завязывайся, ебал. А чё, мы тогда смогли это сделать ещё, сейчас не сможем. Нахуя? Вот ты объясни мне, как? Что, у нас сальвы есть. Ну, ты так и так будешь сальвы давать людям, блядь. Тут независимо от Ликана. Жень, там, кстати, в Дискорде сидит этот ШП в Пугарейде, да. Я первая сейчас... пати череп стоит, РДД там стоят, милики туда бегают на притяжках. Вторая пати крест, третья пати трусы, четвертая ромб, пятая печенька. Наберите ранж 10. Все, и смотрите, кто к вам подбегает. Странно, у меня карта пропала. Ну ладно, не суть. Ты у нас услышал, потому что тебя перекинул наш канал. Ты до этого вылетел или что с нашего канала? Гердулин, ты вторая группа, ты в кресте. Бля, первый раз ты в третьей группе. А кто такой Ликан, блядь? Ликан, это Ясен Дру. Он ник сменил, когда Эридаром стал. Ну, в наших сердцах он... В наших сердцах он остается Ликаном. Как был самым котом, так и остался. А же как Хант был Монки, остался Монки, хоть и ник сменил. Хотя ник у него хрен пойми. Так тут третья аура. Ну, еще раз скажи, пожалуйста, вот, пятая, да? Это какая? Тут тотемы не достают, нахуй, до всех точек. Первая пати череп, вторая пати крест, третья пати трусы, четвертая пати ромб, пятая печенька. Ага. Тотемы распределили шаманов так, чтобы они доставали по всему полю боя. Все в порядке. Кулак дайте котам. Че, кто дает кулаки? Настой нет двоих. Настой. Эзо. Ну что ты так и не выпил, а? Ну тебе шмотки не нужны. Эзо, наверное, тоже шмотки не нужны. Эзо выпил, проверено. Ну все, значит, еще раз проверяю на ФК на баф. У тебя нет Элима. Я не знаю, чего ты ждешь. Да. У тебя есть, наверное, пижи, демон. Все готовы. Вар залетаешь, основной танк Войд набирает агро. И хант напуливает. Никто не бьет, пока я не скажу. Все ждем, когда танк наберет агро, иначе оторвете. Давайте отчет запускаю и поехали. Танкуешь вар в центре, только разворачиваешь. Все ждут, кроме ханта. И ДК. Стоим, ждем. Все. Отлично. Ну что, они дома? Все, поехали дамажить. Можно, да? Да. Да. Монки по КД, пожалуйста, нахуливай. У тебя все надежно. Все, что буду говорить, кому стали выдать. Или пал, скинешь ты первый. Бать, Монки, там агра генерируешь, это ворота дал. Да пиздец, ну. Наберут хантов по отделению. Ну, убежались в своей метке. Да куда ж ты летишь, сова, блядь? Жайте, прожимайте любого кожу. Ебать. Ебать. Ими скинь, ШП, ВР. Энима скинь, это Джерардин, ВР. Быстрее скидывайте, чтобы Гера могли нажать для всех. Вставай, ШП. Давайте, Гера. Есть.
Агро. Нормально. Надо своим ДПСом лететь, тут линии не за роли. Да домашнему бы понадобится, если необходимо. Да не все. Че я бангар что? Зай, перевесь какаху на войда. Топора давно не было, по-моему, первый раз выпал все. Ну, мы вообще особенно не видим, у нас еще никто не падает. Метательная падает, еще какая-то зовут. В завалах мы стоим. Удар земли 3 секунды. Приготовились разбежаться. Разбежались. Ой, не туда. Опять, блядь, маг умер. Ну, не лезь, значит. Я так вас распределил, чтоб РДД и... А, не умер он, что ты говоришь. А, все, пижу. Не знаю, что он наебал. Держи агрой, не пизди вар. Так. Ну как ног? Держится под, есть. Под напулом нормально. Ты же сам видишь, что не так уж и большой отрыв. Если бы тебе не напуливал хант, который топ-1 ДПС, я думал, было бы все плохо. В завалах не стоим милики. Получаете урон. Так получилось, что рядом со мной облачка нет. Потому что он в моей пати. Видимо, откинул, побежал туда, куда удобнее. Сначала басом, а он под боссом стоит. Ну, ничего, что ты в третьей пати. Да, в третьей. Я же распределял специально, чтобы хотя бы минимум 2 РДД было в пати. Стало ебливо. Все нормально. Милики, выбегите. Лысало ловят. Сейчас пиздец прохиливать необходимо. Там везде завалы. Ну... Сейчас кончится. Все нормально. Там рейндж босса увеличится, вы можете просто назад отойти. Ну. Удара земли 10 секунд. Приготовились разбегаться. Жопки свои напрягли. Для меня пока притягивало. Я кинул Т4. И быстрее него прилетел. Бля, ханту сейчас въебет. Пизда. Это пизда. Прощай, монки. Аркай, кинь ханту, да. Дайте ханту каску, кулак. У нас это основной агрогенератор. Он давал, да, отвлекитесь. Добить осталось 10. Сразу после уже крик на хп давай. Дал буквы. Можешь бабл сакру полипал мне? Хиливать меня. Ну там под блоком нормально. Надо было после блока нормально. Что ты незыблемость давал? Да. Нормально, вар молодец. Что, триня?
Две трини, блядь. Два триня. Сколько там? 3 месяца ожиданий, нахуй. А теперь удача, попробую ее выролить. Ролят топ 4 плюс хилы, если хилам нужно. Ну, кто там у нас? Лок, я. Лок, лава. Монки роли. Роли, они вам нужны. Да, не уступят, блядь. Оба! О, Женя, ГЦ, Женя. О, подожди, кто там? Раз. Анзай. Анзай. Да, это читер, я предлагаю его на форум сдать. Да ладно, Женя, забирай. Тебе, думаю, важнее. Вообще, да. Ну и вообще, топ-5 ДПС, говорят, плюс хилы. Топ-4 у нас. Даже 4. Ну, я и смотрю только те, кто в топе. Спись. Парольте ремень кожаный. Мастерство, скорость. А нас он никому не нужен, да? Котам не нужен. Но как парольте. Видимо, опять сломали. Я не знаю. И не редар, к сожалению. Ну, я нофпека, да? Дайте в шатрат там магию. Гриб. Где мимо? Парольте Т-шку, вон же есть друид. Хорошо, хоть не в Каминор, как вчера, блядь. Да, и сам прыгнул, блин. Вот маг молодец, пиздец, блядь. Да, ГП, нахуй. Пиха, ГЦ. О, ну-ка в жопу. О, заебись. Сука. Причем сейчас такой голос был. Как будто с туалета. Да-да-да, встаешь так на раскоряку. Блядь. У меня такой голос, когда я осколок лутаю в Аланировске, да? Еще месяц радостный буду, похуй. Хватит холипала на груле сложно перехилить. Ну да. Ты, по сути, хилишь только, когда притягивается. В основном. Бля, пиздец, куда сосать? Каш, треня охуенная. Ну все, давай ты заткнешься на ближайшие пару месяцев. Скажи спасибо Анзаю. О, да, сам поэролишь. А, облачко есть? Шоу ролите, если у вас есть. Ну, так работает, типа топ-4, но если, например, человеку из топ-4 она не нужна, значит, следующий ролик, кто там пятый. Смещается. Да, типа, поэтому лишний раз не кидайте ролл, чтобы я видел, кому она действительно нужна, а кому нет. Бля, редкая элитка, пизда-то беднища ебаная. Бля, дай это, дай. Тут синька, да, я заберу. Забирай. Заебись. Спасибо. Да нет, глаз грула получше будет на шипа. Конечно. Чем с острова от меня. Че, ну 150 СПД и прок на хаст? Да. Причем 665 хасты, это ебать. На, да. Привет. Привет, хардкап. Да, мне теперь нельзя припод тыкать с Герой и с Триней. Ну, страшно, я тебе других наваривал. Не, в смысле, я просто смотрю, когда заканчивается прок Трини, и потом уже пью. Я в фетиш все равно то же самое, грубо говоря, давал, только ты его прожимал. Ну, там я мог контролировать. Тем более, мне там нужно было пить наоборот, чтобы быстрее разогнать фетиш. Угу. Мало, но не просто же так Триня заебатая. Сам знаешь факт того, что мы ее впервые увидели, мы, это первая треня с грула, которую мы полутали с момента, как открыли грула. Мы ее просто увидели. То есть, но вы еще не видели хребет. Хребет мы еще ни разу не видели. Я, кстати, вообще ни у кого хребет не вижу. Какой-нибудь паладин по-любому и найдется. Рога, пал. Да, в любом случае, там 110 вообще нормально пытку будет скастовать под хостом. Так, давайте, да, засуммоним. А что у нас? Никто сам не мог. Я лечу.
Ну, выбор хорошо, но если есть возможность. И выбор, и хребет для паладина, к примеру, будет пиздато. Типа и то, и то. Это как с двух рук пить пиво. Заебись же. Да, два выбора топ. Ну, два выбора топ, это ты имеешь в виду с Гера. С Герой, блин, посложнее, согласись, залутать. Да вон, платишь 1500, ёпта. Уже не полторы. Ну, уже не полторы платишь, все. Скидка кончилась. Я даже на секунду была мысль, может, что-нибудь купить, а потом, да не бред какой-то, я же не столько... Купил сторону. Да, да. Сторону тебе не допустил. Да. Дыра просто в бюджете в семейном, ебать, после этого. Заметная, да? В этом проблема. Ну, все, теперь приходится на паперти стоять. Пошли, ёпта. Так, ну побежали. Вара, вот ты на звезду сядь, косты и покикай, который танк, лети, ее подержи. Вот. И последнюю цель, которую... Нет. Ладно. 500-890. Бейте по метке, как бы лучше. Тут еще один появился. Выбежал. Блять, не успел. С огня выходите. Из-под огня выбегайте. Бейте в метку, чтобы меньше спалось. Это вот кастует огонь. Следующую поехали в метку. На одну кнопку поменьше тыкать, охуеть. Абсолютно точно. Я аж по привычке тыкаю, тыкать ж ебаный. Да, моба держу, пизда ему моба. Не знаю. Их я жму одну кнопку, цепнухи летают. Да, специально новую метку поставил. Вар, тащи еще. Ну, будет там. Направо двигаем. Осколки вообще не набираются, ебаные пиздец. Ну, починят. Ну, это хуево, согласен. Блять, ну, не знаю, сломать механику, которую они только времени готовили. Да вот она недавно тоже не... Да, это я понимаю. Перегруз сервера и заработали опять. Да это все понятно, но как опять сломать? Никогда такого не было, и вот опять. А сегодня 3 перезапуска сервера было. Загнем. Что написано было? Ебать нахуй. Кто умер, ребят. Вставай, бегайте. Но средств никто не будет. Ребят, каких-то да. Новых раз, что это будет? Кстати, то, что прописывали, да? Это реворк, да, раз, скорее всего. Передар уже не топ будет, да? Нихуя подобного, ты их внешний вид видел? Просто починили, они до этого неправильно работали. Кто? Тут будет цель, я получаю опыт и честь. В смысле, вот раз, грубо говоря, сейчас вернусь, я ж могу любую раз, грубо говоря, выбрать, да, за, ну, за бабку. Передары просто станутся всеми наравне, сейчас они сильнее, очевидно, в ПВЕ. Ну там орки, блядь, сильнее, у них там крит пиздец увеличивается, понял? Да. Да, ну они будут, что... видишь, переделывать, прям на ходу переобуваться. Не, к тому, что я ж смогу выбрать просто любого раз. Нет, чепетох не зря, ты сейчас можешь создать любого нового персонажа Эридара. Чё это хуйня, деды топ, блядь. Деды? Деды. А дворфов? Деды в 45-м вообще топ, да. Из огня милики. Пизда, он нищим. Тут даже, бля, хилка влетел на 60 косарей, хуй там плавал. Я про ДД кастовал, да? Не, я нихуя в миликов. Забал это койл их не, блядь, без диминишины. На чемпионах был бы такой койл, блядь. Пизда.
на следующей неделе 50 с 50 сделаем. Я сразу плюс. Я плюс поставил, Жень. Плюс. Ты еще не спроси, я плюс поставил. Видишь, плюс поставил. Долбоёб, ой. Долбоёб, мы плюс ставим, да? Так, что там? Монки на плюс. Сегодня. Ну, Вара тоже на куб. Что, какого Вара? Танка. Танк. Войд потанкуешь, хорошо? Думаю, я босс подержу. Еще. Только в радость. Ну и я тогда встану. Так. Ну, поехали. Можете пока покурить. Пока я расставляю метки. Только ставить, говори. Не надо ставить. Полчаса ставили. Ладно, ладно. Я о, тоже там. Вар еще и в первый раз будет. Да хули там кубик такой, блядь, нажмешь правой кнопкой мыши. Все будет хорошо. Лайпнись пару раз, ничего страшного. 50 раз тупит, так что бывает. Так, крест. О, поставлю монки на крест, чтобы он подамажил. Заебись, я придумал, четко. Мне нравится. Не, поставь другого, пожалуйста. А все, да не надо вместо него вставать, постоит. Сегодня, короче, сотку на выбор кину, бля. Охуеть. Бывает же, сотки какие-то. Паладином забрал 98, кидал, бля. Мы вспоминаем твое совещание с соткой в ВК. Кстати, да. Блять, я носову хочу, у меня там... Поставил на вас метки, кто стоит на кубах, и на кубы поставил метки, соответственно, так что вы на этих кубах, что стоите. О, а, чё, я на себя не поставил, хуел. Так, по сбитием костов. Эза, позбиваешь ромбу, кинь плюсик, если услышал. Ага. Так, квадрату, ну, вар сам позбиваешь, тебе там есть чем сбивать. Хорошо? Вар? Там? Ладно, сейчас придет. Позбиваешь квадрату косты? Угу, отлично. Кресту, кресту, кресту. Ёзжик позбиваешь, ДК? Хорошо. И что там, трусы? Валера, позбивай трусам. Анзай, позбиваешь черепу? Сейчас все поставлю. Анзай слышал, да? А, может кто-нибудь поставить бангильди? Пожалуйста. А, он рыбу, кстати, стоит кушать. Кто-то расщедрился. Так, ну все, что там по АФК у нас? Жубак, спасибо. Валера, заебал, тебя ждем. Сейчас танки вар тогда сведешь справа этих двух мобов, ромка квадрат. Войд тогда слева троих сведешь сюда. Докашник, если что, свои цели подтягивайте, ставим сбитие костов. И массу заливаем. Никеру давать не нужно. На босса ставим. Если кто-то умрет, я скажу, кому резать. Налейте пока каски друида. Рыбу ставили. Кого хочешь? Ну, вот она стоит. Я хочу уже разъебывать. Кулак, ханту, пожалуйста. На входе рыба. Кулак, ханту. Все, спасибо. Давай плюну лучше.
Когда на кулаке плюнуто, это вообще охуенно. Женя, мне кому косты забивать, ты говорил? Или да, не да, ты сам. Все, понял. Все, отдаю время на счет. Подойдите сюда, вы вас может фир кинуть, и вы выбежите за решетку, не будете участвовать в бою. Ну, вот драконий, как там, вкус. Хочется сказать иначе. Садите в кучу одного, тащи сюда. Страшно. Косты. Вау. Сводите танки в одну точку, друг другу двигайтесь, чтобы мы массы заливали. А бомжи есть? Да, ёжик, дай бомжей. Пизда. Войд, дай бомжей. Не фиряйте мобов, не фиряйте, мы их массы не дамажим. Зачем вы делаете это, что некрасиво? Эзо, скинь бомжей. Маза, блин. Лера, реснешь ванки? Хорошо. Ох, ебать. Ханза, реснешь сегодня. Киртянка, ресни. Ок. Ебать, сколько вас сюда. Я владею, сам резко. Палы, Боб, давайте тем, кто ну, кого гроф уёва, точнее, поубьют. Касты, 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 ну. Свой сбил. Давайте 45 секунд еще. Успеваем в полной силе. Агро заберите с Хэнзо. Сыграйте, притяните его ДК, он стоит где-то в очке. Я череп поставил. Что, у нас все ДК мертвы, я не понимаю, о чем проблема. Вы не успеете, походу. Да, успеем. Да и похуй. Заебись, блять. Пиздец. Ну, приветствуйте все, что видите. Маслес, ну, может, есть. Да. Да, есть маслес. Ну тогда да. БР надо скидывать. Я Синдру скинешь БР Аркрайту. Аркрайт станешь меня БРнешь. Потом Миби реснешь сегодня. Сегодня встанешь Гавра. Да, блядь. Босс. Это залупа получилась. Что проблема. Жопа в том, что танки не слили в одну точку. Один стоял в одном месте анклава, второй стоял вдвоем. Когда дали бомжи, мобы, которые стояли в очке, они так и остались в очке. Потому что не слили мобов. Падайте, падайте, падайте. Блять, я вот не помню, как все раз умирали, ребят. Но это вообще шлак. Ура. Вчера мы не на трэш сдох. На кубах. Мы бьем АУЕ всегда. Не всегда, когда уже ДПС в этом количестве. Зачем нам бить в одну точку, если мы так быстрее сольем? Я не просто так людей поставил на метки, кому сбивают косты. Чтобы хоть мы били на АУЕ, но косты все сбивались. Кто еще не умер, умирайте. Да, вот, блядь, не бьет он. Ну что там, мобов нет? В лужу забежать нельзя. Ну в чем проблема? Могут это. Бегу в лужу. О, вспышка. Заебись. Очень много было залпов. Прям пиздец, сколько их было. Сделайте фокус, не знаю. Фокус, фокус? Сбите коста по фокусу, но хули. Да, ДПС у нас, ну, ебануться сколько. Тут каждый десятку почти нажал. Да хуй знает, можно было мне... больше, блядь. Ну просто не свели. Десятка, хуйня да, пол. Вы не удержите, если люди будут... Да, когда кастуют, тебе скажут заранее, ты приготовился и нажал. Ты всегда выбираешь просто босса в цель, видишь его каст, звезда, вспышка, нажимаешь куб. Как только докастовал до конца, ну, у тебя ХП позволяет. Кто-то не помнит, кому он каст сбивает, скажите, я вам напомню. Сейчас да, прям не... Ну, там просто у ДК стояли два далеко от остальных елки, и они кастовали. У ДК свои цели, они рядом с ними всегда тусуются, сбивают им косты. Обоим? Да. Я на каждого моба поставил человека, который сбивает ему каст. Ну вы тоже ДК как бы притягиваете моба, кучу можно помочь.
Так, куда он тебе даст смогов не свой? Сейчас сведут, он даст. Все нормально будет. Рыба была? Да. Стоит даже. Сейчас я писал вару, расписывал на всякий случай. А я ж тебе воет. Да? Я уже покушал. Может, Геру дадим? Ну, сейчас бомжей нету. Не надо Гер давать. Просто... Время все равно лимитированное. Еще раз проверяю нафиг. Просто не бейте моментально, дайте немножко. Подождите, как кучу сведутся, потом на пул, потом лужа и ДКшная, и потом уже только уезд. Мибе живой? Вы сразу, ДКшники, бегите к своим целям. Все, кто своим косты сбивает. Чего вы тут ждете? Все, я даю отчет на пул и пей. 5, 4, 3, 2, 1. Сводите в кучу вар. Бери этих новых, тащи сюда. Только не забывай своему кас бить. Все, поехали. Если у кого-то бомжи откатились, можете скинуть. Или когда откатятся, скиньте. Не надо терять никого, если что. Исцеление сбивать не нужно, только каст тьмы. Этот стрел тьмы. Да, локу. Прошел урон, кто-то не сбил. Танки как не удерживали. Била тоже не знаю, там дамажил очень мало. Ладно, поехали. Я от друида резнул, Валера резит шмаг. Понял. Танки держите. Держите этих монстров. Но их тоже нужно слить. Усваивать. Да, ебать, воет получается. Танк все время не показывает. Сбился от он, что ли? Да, ебался. Мне тоже. Вполне успел. У кого-нибудь сейчас, если это будет аддон работать, линкуйте вспышку секунд за 15. Вот может он включится сначала босса, ну, хотелось бы надеяться, мало ли. Никто не бьет, кроме напула, пока был не поставит танк босса. А воет танкует, да? Или кто? Да, воет. Где там будет какахуна? А где таймер? Что-то у меня таймера нет. Ну, да, то же самое. У кого таймер отображается? Есть такие люди? Нет, ходишь просто и ждешь. Платформу подальше отходишь. Все ждем. Отлично. Еще отводи, а то я могу на хвост тыкать, потому что ну, все отлично. Если там мирики смогут бить, будет пушка. Все кроме Владихи. Сегодня можешь БР скинуть? На кресте. На кресте вон стоит хант. Все хорошо. Рядом с кубами стойте. У меня тайминга нету, я так относительно буду говорить примерно. А появился, кстати, таймер. У меня нет. Скажешь, я. Хорошо. Десять секунд до вспышки. Подошли к кубам. Стоим, ждем. Выбираем босса в цель, ждем. Нажали. Кто там последний луч пускает, блин? Санти, кто еще для тебя? Да, кстати, или отпустили. Да кто воет, сказал, кто вчера свайпал? Ну, квадрат поздно нажал, я не уверен.
Да, это товар. Бэл, скиньте. Был уже. Да, у меня никаких это претензий. Все. Странно, что у меня тучка не ткнула. Не понял, почему. Видите каст, нажимаете. Ваша задача подойти и нажать вовремя. Ебать, я тут не чувствую, блядь. Те, кто стоят на кубах, ваша задача даже не дамажить. Главное нажать куб. А ты зеленый хочешь? Глаз. Что там по таймеру? После откидывания подошли к кубам и ждем. Нажали. Нажали. Ликан. А, сегодня. А, все, прожал. Не ругайся. Просто я смотрю, нет луча с той стороны. Смотрю там сегодня. Перепутал. Просто котик и котик. Прости, Ликан. Да ладно, он уже привык. Просто ты с аниме единственный котик в моей жизни. Ну. Твоя жена должна была тебе пизды дать. Нихуя там, ну, женёк даёт, охуеть. Сам вахта. Меня не отображается, к сожалению. Всё, на 10-м месте, ёп. Ну это ты общий смотришь, вместе с трэшем. Да? А, не смотрю. Нет. А, я общий смотрю. Не, я удалял. А, значит... 11-ка, хуй. А кто на первом месте? Подошли, Хан. Сейчас ждем. Возле кубов встали, ждем вспышку. Нажали. Ждем, терпим. Отпустили. Один луч, если пропал, отпустили все. Я не буду отпускать, мне плохо. Я сильнее этого. Все равно на 10-м сидит, поэтому похуй вообще. Согласен, кстати. На мобах накрутил его, ебалось, что-то. 30 секунд до вспышки, 38 может, ну, обычно подстопить после этого. Там что-то ДПСеры слабенькие внизу есть. Смотри и говори, я не вижу таймера. Стопайте потихонечку ДПС. Стопайте, стопайте. Не бейте, дота сейчас дотика. И так. Вообще не бейте. Стоп ДПС. 10 секунд до вспышки. Дошли к кубам, ждем. Нажали. Держим. Сейчас после того, как... Дамажим все дамажат. Сейчас потолок посыпется, все отошли к стенке. И ждем защитные пружинки, если что, прожимаем, когда начинает сыпаться. Все, прожали защитные. Бум. Все, стоим, дамажим. Владюха опять уебался. Время чисто тело, да? Опять да, рассекающий удар. Ну, под лицо забежал. А, стоишь? Нет. Обмол... Чё? Сегодня умер. Замените кто-нибудь трусы. Ага, кельтянка, замени трусы, пожалуйста. Хорошо, отлично. Давай так сделаем. Через центр не надо бегать. Кельтянка не хиль. Через 10 секунд где-то будет кубен. Пойди после отталкивания. Все отталкивай. Не бегай через центр. Убьет так же. Подошли, ждем. Дебафа давно нет, я по дебафу ориентируюсь. Нажали. Отлично, держим. Побежали пиздить босса, добиваем. 8%. Сюда нахуй. Чё, треня? Через центр не бегайте. Сирус сломается, все две трени выпадите. Согласен.
Сейчас пойдем ИГ-25. Кто хочет, оставайтесь. Кто Жень, без... тут он холли, другое, другая вещь появилась. Там, короче, на сегодня ввели босса рейд 40. Поройте мешок. Все успеется прочитаться, что ты переживаешь. Ебать, он выглядит прикольно. Покупать эти месяцы, сейчас подожди. Парольте 20 слотов, у кого еще нет этой сумки. Что я заоткрываю, посмотрим, что там. Зефирит. Ну, все равно что-то. Голову Махтерида на пароль. Ну все, расчехляем ролл. А в принципе, на Гурла больше ходить не надо. Посох еще не забрал. Куль ты пиздишь. А, на Гурла. На Гурла. Так, хитровая кельтянка переролить. Давай. Бля, сейчас посох спиздит. Посох выпал? Да. Не-не-не. Зайдись. Понюхать его. Поролить посох. Бля. Я говорю, понюхать. О, Аркрайт. Бля, опять маунт. О, пердулин сролил. Отдашь Аркрайт? Там же ничего такого нет. С меткой стены нет. Скажешь, когда отдаст? А в чем проблема? Он хуже, чем прист или там еще кто-то посохи носит? Друид? Ебаный Аршаму тоже забрал. Отличный посох дает ебануться сколько. Почему бы не носить посох, если он его может носить? В чем аргумент какой? Нет, ну, согласно правилам рейда, видишь? Тут дело в другом. Он может его носить, и это его... А какая разница, даже не правила рейда, чисто логические. Если мыслить. Да я дохуя. Вот, а эта башка на ретрика пойдет? Да какое себе. Было бы с хостой базару ноль. Пердулин. Дали щит пердулин. Не стоит, короче, да, башку эту ролить. Да он же отказался. А, он сказал, не хочет? Да, да, пускай, да, я брает. Сказал, пускай да. Себе оставить. Ок, все, то есть не заметил. Парольте, драконы. Ох, бля, ща, ну хоть тут можно. Грудак, парольте, охотник, ДК, матчина, книжник. Все пароли. Мак и дракончик, этэшку забрал. Что у тебя, Ми, без логика такая кого-то наебать? Человек честно сролил и забирает. Чё не так? Мне плевать, гильдия или нет, нужно себя по-человечески вести. Согласен. Что у вас за какие-то ценности неправильные? Так и был ран. Шам отказался, сказал, что ему не надо. А, нет, ты просто аргументируй, почему я не должен отдавать ему. Я, может быть, соглашусь с тобой. Ага, он портал беспонтовый дал, не юзайте его. Ну вот и я тоже. Я бы на шамана с удовольствием бы надел этот посох, потому что он дает пиздец какие статы, и хрен какой щит с одноручкой, его так просто заменит. Просто обычно шамана, вот твои щиты, ты их... Я согласен, но он получается с нашей гильдии, я подумал, что...